Друзі, а ми продовжимо і зараз будемо говорити про найактуальніше на сьогоднішній день. До нашої студії вже завітали гості, а саме Усенко Олена Анатоліївна, завідувачка стаціонаром та відділенням респіраторних захворювань, терапевт-кардіолог Одрекс, а також Арнаут Надія Миколаївна, інфекціоніст медичного дому Одрекс. Доброго ранку. Доброго. Тож, розкажіть, з часом вдалося помітити віддалені проблеми, пов'язані з коронавірусом. Що таке лонг-ковід? Доброе утро. Еще раз начну. Действительно, появилось много терминов в нашей жизни в связи с пандемией, в связи с возникновением нового заболевания. В том числе это новое слово «лонг-ковид». Что же это такое? Это аббревиатура обозначает затяжное или длительное течение коронавирусной инфекции. Когда мы говорим о коронавирусной инфекции, мы понимаем, что острая стадия заболевания в среднем может длиться до 2 недель, само заболевание до 4 недель. То есть около месяца человек может болеть коронавирусной инфекцией, ковид-ассоциированной пневмонией. Но если это более затяжное течение, но может даже длиться до 3 месяцев, в некоторых случаях даже более длительно может сохраняться определенная симптоматика, тогда мы говорим о так называемом лонг-ковиде. А чи завжди цим хворіють літні пацієнти, чи ті, хто мають якісь ще захворювання? Не завжди це група возрастних пацієнтів. Чаще всего болеють люди, які мають хронічні заболівання, як сахарний діабет, як ішемічна болезнь серця, ожирення, хронічне обструктивне заболівання легких, бронхіальна астма і онкологічні заболівання. А як зрозуміти пацієнту, з чим пов'язана проблема, куди бігти, що робити? Ну, безусловно, хотим мы, как медики, хотим призвать людей наших, да, к тому, чтобы они понимали, что при появлении какой-либо симптоматики, они все-таки понимали, что надо обратиться в первую очередь, в первичное звено, это к своему семейному доктору, чтобы они вовремя это делали, не затягивали, не занимались ни в коем случае самолечением, потому что не все проявления действительно могут быть ковидом, ведь другие болезни тоже никуда не делись, не исчезли, те же вирусные инфекции, простудные заболевания. Поэтому первое, к кому надо обратиться, это семейный врач. А расскажите, как запобігти наслідкам хвороби, що ви рекомендуєте? Ну, в первую очередь, не болеть, конечно же. Но, учитывая, что живем в пандемию ковида, и несмотря на все старания врачей, ковид шагает уверенно по миру. Это нереально сейчас предотвратить само заболевание, но обязательно же в первую очередь надо обратиться к семейному врачу при появлении каких-либо симптомов ОРВИ, не заниматься самолечением, что очень модно сейчас у нас, потому что интернет кишит всякими методами лечения. И, конечно же, не сидеть до победного конца, то есть обратиться, если это не семейный врач, уже в госпиталь, когда уже более тяжелое течение, когда у человека появляются более такие тяжелые симптомы, как дыхательная недостаточность, там высокая температура длительная. Не затягивать, не заниматься самолечением. Ну и, безусловно, я бы хотела еще добавить, что очень важно в целом следить за своим здоровьем. Ведь лонг-ковид, затяжное течение, постковидный синдром, они зачастую спровоцированы тем, что человек имеет набор своих хронических заболеваний, которым в целом не занимается. То есть и здоровый образ жизни, и санация хронических очагов инфекции, и следить за своим здоровьем в целом и лечить свои хронические заболевания. Это тоже залог успеха, что коронавирусную инфекцию можно перенести в более легкой форме. Розкажіть, відновлення після ковіду, які це методи реабілітації, що воно в себе містить? Ну, в целом, вообще медицинская реабилитация – это целый комплекс мероприятий, который направлен на ликвидацию тех поломок, которые вызвало то или иное заболевание. То же самое касается и ковида после перенесенного заболевания. В какой бы форме это ни было, легкая, средняя или тяжелой степени, могут сохраняться длительно определенные симптомы. Они носят достаточно общий характер. Это может быть и повышенная тревожность, это может быть нарушение сна, это может быть депрессивное состояние, это могут быть проявления сохранения сохраняющейся дыхательной недостаточностью, проявление поражения сердечно-сосудистой и желудочно-кишечного тракта. И в зависимости от
от этого направлены эти реабилитационные мероприятия на ликвидацию этих последствий. Это действительно комплексный подход. Это и медикаментозная терапия, это и психотерапевтическая поддержка, это те или иные методы, физиотерапевтические методы лечения. Это могут быть и правильная лечебная гимнастика, и дыхательная гимнастика. Но опять-таки советую обратиться к профессионалам своего дела, опять-таки не пользоваться какими-то советами бывалых там, или переболевших друзей, коллег, знакомых или там, сомнительный контент в интернете, потому что этот комплекс мероприятий должен все-таки кто-то курировать, кто-то его должен модифицировать с течением ситуации, кто-то должен контролировать ход этого лечения. Поэтому комплексный такой подход зачастую требующий нескольких специалистов. А взагалі є якісь прості речі, які пацієнт може робити самостійно вдома під час відновлення? Да, опять-таки, это поддержание здорового образа жизни, это правильное здоровое питание, это исключение алкоголя, это отказ от курения, это уже как минимум уже достаточно хороший вклад в здоровье. Это гимнастика утренняя, это определенный набор дыхательной гимнастики, который тоже мы зачастую еще, будучи когда человек в стационаре, рассказываем, какие методы, какие подходы к этой лечебной дыхательной гимнастике. Это то, что может делать сам пацієнт дома. А скільки взагалі часу триває ось таке відновлення? Тобто це залежно від пацієнта, так, від там ступеню складності, чи як це взагалі відбувається? Так, совершенно верно. Це залежить від того, як перенес чоловік сам ковід, легке течение, якщо перенес, і особливо, якщо це молодий організм, який не має якісь хронічні заболівання, вони відновлюються доволі таки швидко, в течение місяця. Якщо ж чоловік перенес ковід доволі таки тяжелої степені, тяжести, при этом имеет хронические заболевания, которые перечислялись ранее нами, восстановление организма идет довольно-таки длительным, вплоть до 6 месяцев. А какие наичастейшие помылки пациентов? Ну, чаще всего такими частыми ошибками является то, что человек занимается вначале самолечением, начинает лечиться с первого дня антибиотиками, причем широкого спектра тем, чем мы лечим в стационаре, принимает препараты, предотвращающие тромбообразование, это с первых дней. И, конечно, это усугубляет течение болезни. И когда уже человек поступает к нам в более тяжелом состоянии, нам уже нечем лечить, потому что они использовали весь арсенал лекарств, особенно антибиотики, и они становятся устойчивыми. Поэтому... Да, в тех ситуациях, когда нам все-таки приходится прибегать к антибактериальной терапии, мы все знаем, что ковид – это вирусная болезнь, она на самом деле, особенно в дебюте, ну вот никак не нуждается в антибактериальной терапии. Это наиболее такая распространенная ошибка и ну вот, очень усложняет нашу дальнейшую работу. И бывает так, что человек, начав самолечение, затем поступает, да, с ковидом, но еще и плюс какими-то осложнениями собственного лечения. И нам приходится бороться и с этими осложнениями. Это такие наиболее распространенные ошибки. Чи боятися нових штамів коронавірусу? Бояться такое слово, знаете, вообще хочется не нагнетать эти страхи, их и так достаточно много, и они, кстати, тоже осложняют нашу работу, потому что паника, особенно на пике волны, когда со всех средств массовой информации звучит это много, да, к нам приходит информация о том, что большая заболеваемость, достаточно большая смертность, не хватает койко-мест, не хватает кислорода, это сеет панику, и это тоже осложняет нашу работу. Бояться или нет, скорее всего, готовиться, я бы даже сказала, не бояться, а готовиться. Мы стараемся очень много читать, посещать сейчас очень много онлайн-конференций, где говорят какие-то прогнозы, какие-то новые особенности. Ведь мы вот, доктора, видим разницу между волнами немножко в течении, в тяжести, в особенностях лечения, в осложнениях. Поэтому готовиться, не бояться, но готовиться. А якось взагалі ось поява нових штамів, вона якось залежить від того, чи людина вже перехворіла на COVID-19 або людина, яка взагалі не хворіла. Для цих людей вона, ну, як новий штам, він буде і для тієї людини однаково, чи ні? Чи... Так? Все-таки, да, все-таки вірус мутирує, появляється, знаєте, от він приобретає нові грані, відповідно, і течення теж болезні приобретає нові грані. І на самом деле ми теж бачили вже пацієнтів, які переболели в одну волну і во вторую волну мудрились заболеть. І не завжди це спрогнозируєш, що буде більш тяжеле течення чи ні. Все-таки дуже багато речей при ковіді залежить
зависит от состояния самого организма. Mm-hmm. Поэтому вот трудно спрогнозировать на самом деле. Вот это очень часто задаваемый вопрос mm-hmm. у пациентов. Вот если я заболею, будет ли это легче или тяжелее? Вот прогноз очень сложно дать на самом деле. Ну так. Ну, дуже така тема дійсно поширена. І всі обговорюють, весь світ, вакцинації. Що ви, як професійні люди, що ви скажете, як ви відноситесь до вакцинації? Все ж таки так чи ні? Ось таке питання. Ну, смысл любой вакцинации – это познакомить организм с вирусом угу. или с бактерией, с которой потом нужно будет бороться. Да? Если иммунная система узнает этот вирус или бактерию, распознает его, дальше он вырабатывает антитела, которые предотвращают, по крайней мере, вирусную агрессию на ранних этапах. То есть он обрывает болезнь, можно так сказать. Конечно же, нужно вакцинироваться. Это обязательно. Потому что если 90 и больше процентов населения вакцинируется, то создается коллективный иммунитет. При коллективном иммунитете, естественно, вирус не может циркулировать в таком обществе, потому что невосприимчивы люди к этому заболеванию. И на этом, конечно же, болезнь становится или более легче, или она вообще исчезает. Насчет вакцинации ковида, конечно же, вакцинироваться. Почему? Потому что, несмотря на то, что появляются все новые и новые штаммы, mm-hmm. и говорят, что одна вакцина не работает от следующего штамма, все-таки само течение болезни при вакцинации может быть намного легче, даже если mm-hmm. уже так. заразились. Это важно. Да. Самое главное, что вот мы вакцинированы, mm. этим гордимся і всіх призиваємо поступити точно так же. Это mm. розумно. Ось, до речі, ви сказали про те, що хтось говорить, що це не спрацює. Взагалі, щодо скепсису, от як люди, чи багато ви зустрічаєте людей, які ну, не вірять в все це? Очень много, так? Очень много. Даже в кругу своїх рідних, близьких, друзей, не тільки нам на прийомі, mm-hmm. або будучи на робочому місці. Очень многие сомневаются, но если, мне кажется, это грамотно разъяснить, преподнести, объяснить и какой-то ну, свой личный пример показать, то, в принципе, те люди, которые сомневались и с которыми я побеседовала, мне кажется, уже все привились. Поэтому надеюсь, что после нашей этой встречи тоже какой-то процент людей примет для себя это решение и провакцинируется. Мне кажется, только так мы сможем остановить эту жуткую ситуацию, которая происходит. И, в общем-то, жизнь у всех людей изменилась, и медиков, и не медиков, и это надо как-то вот побороть в конце концов. Поэтому mm-hmm. вакцинации, да, однозначно. До чого може призвести нехтування карантинними нормами, які зараз в нашому місті відбуваються? Да, печально, чесно говоря, наблюдать. Вот даже сейчас в пути сюда, в студию, обращаю внимание на общественный транспорт, единицы людей в масках. Да, заболеваемость уменьшилась, да, сейчас как-то да, стихла ситуация, но мне кажется, мы сами провоцируем, мы люди провоцируем следующую волну. Вот не соблюдением этих норм и карантинных мероприятий. Все-таки банальное ношение маски, мытье рук, ну, это совершенно такие мероприятия, не требующие больших затрат. Но это какая-то самодисциплина внутри. Поэтому небольших затрат никаких не требует. Очень легко выполнимо. Почему не выполняется, мне сложно прокомментировать. Не дисциплинированы, к сожалению, люди в целом. А вот на пике волны, заметьте, очень все соблюдают эти меры предосторожности. Так. То есть страх, у страха глаза велики. Но почему-то в промежутках между волнами страх исчезает. Угу. Ну, а взагалі, от знаєте, коли ми там, припустимо, раніше заходили до якогось супермаркету, і охоронці, там, керівництво, адміністрація завжди просили, наполягали на тому, щоб всі вдягали маски. Зараз відбувається так, що не всі вже це роблять. Я саме маю на увазі керівництво закладу, не наполягають на тому, щоб носили маски. Тому, може, не знаю, яке це питання, може, більш глобальне таке, до адміністрації, до керівництва, що вони нам говорять якби про те, що все можете не носити. Тобто, може, це не від людей так все ж таки йде. Так.
Угу. Действительно, мы же тоже все наблюдаем эту инфографику ежедневно, так, да, так, где какая область, в какой зоне, красная, желтая. Сейчас мы в желтой зоне, поэтому происходит такое послабление карантинных мероприятий. Но, наверное, вопросы, да, к руководству, и, соответственно, дальнейшие структуры, они регламентированы, угу, да, их действия. Не считаю, что это правильно, на самом деле, резко вот карантинные мероприятия обрывать. Все-таки, опять-таки, повторю это слово, это самодисциплина. Каждого человека должен понимать, что его здоровье на самом деле в его руках. И спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому вот, я, честно говоря, даже без маски и не представляю своей жизни. Как-то настолько уже мы все сроднились, и мы в магазины, моя семья, как-то мы входим, даже не ждем, что нам кто-то сделает это замечание. Поэтому... А можете пояснити, чому вірус виникає зовсім різною симптоматикою? В мене в оточенні скільки людей боліло, хворіло, стільки і було симптомів. У всіх по-різному. Чому так стається? Все-таки, думаю, это связано с тем, что разные штаммы, в разные, вот я уже говорила, что волна предыдущая, там осенняя, вот весенняя волна, мы так их между собой так называем, действительно проходили немножко с разной симптоматикой. Поэтому это зависит, наверное, от штамма все-таки, от штамма, который циркулирует в данном периоде времени на нашей территории. Все-таки с этим, может быть, Надежда добавит что-то. Ну, это еще тропность вируса к разным органам, то есть если там первый период, например, преобладали больше как симптомы ОРВИ, да, там насморок, кашель, то там последующие это больше как кишечные проявления, там какие-то послабления стула, рвота, тошнота. Это как-то из-за того, что вирус имеет сродство с клетками разными организма. То есть это и легочная ткань, это может и кишечные клетки, это и клетки желудка, то есть клетки сердечные, мозга. То есть поэтому и мы видим разную симптоматику, естественно, и осложнения видим в последующем тоже, которые дают на разные органы, не только на легочную ткань. А щодо лікарів, які складнощі виникають з їх сторони? Щодо пацієнтів, ми зрозуміли, а... Ну, на самом деле, на пике волны, опять-таки, вот жизнь всех медиков, вот никто не уличит меня в том, что я приукрасила, да, действительно превращается вот в кромешный ад. Мы живем на работе, мы испытываем, ну, колоссальную физическую нагрузку, эмоциональную нагрузку, потому что много тяжелых пациентов, которые возникают, да. Мы переживаем очень за их судьбы, за их жизни. Мы очень переживаем, когда не справляемся с этим болезнью, теряем своих пациентов. Это тяжело морально, это для доктора тяжело. То, о чем мы говорили ранее, когда люди занимаются самолечением, или бывает, что и обратился вовремя, и доктор назначил, но доктор тоже очень волновался, переназначил все, что знал, все, что мог. И человек все же ухудшается, его состояние, попадает в стационар, и нам очень тяжело лечить таких залеченных пациентов. О, это очень тяжело. Испытываем часто такое моральное давление со стороны родственников, друзей, пациентов, потому что они все знают, как лечить правильно ковид, и уверены, что иногда мы это делаем неправильно. И зачастую мы тратим много сил и времени для того, чтобы доказать и обосновать каждый свой шаг, и это тоже сложности. Ну вот массовость. Все-таки массовость – это очень сложно. Физически, морально, системе тяжело справляться. Поэтому... Ну, будемо сподіватися, що всі взагалі ці хвилі, вони вже нарешті колись закінчаться. Нам взагалі важко це уявити, взагалі, так, без цього вже. Але будемо сподіватися, що це колись настане той момент, коли ми всі, ми не забудемо, мені здається, але не будемо вже приділяти цьому стільки уваги. Я нагадую, що в нас сьогодні були у гостєвій студії у проєкті «Ранок на сьомому» Сенко Олена Анатоліївна, завідувачка стаціонаром та відділенням респіраторних захворювань, терапевт-кардіолог медичного дому «Одрекс» та Арнаут Надія Миколаївна, інфекціоніст медичного дому «Одрекс». Дякуємо вам дуже, що ви так всім розказали, як це взагалі відбувається і що з цим робити.